Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня предлагаю поиграть в Angry Birds Star Wars, который мы не играли давно. Очень-очень давно. Я долго не решался делать новую серию, потому что она будет очень-очень долго, ибо следующая глава, следующий эпизод, он будет долгий. Pass of the Jedi он называется, и давайте, собственно говоря, перейдем к нему. Так, короче говоря, в этом эпизоде нету никаких золотых яиц. Бонусные уровни, если мы получим, то только за звезды. Так, короче. Люк, это к Йоде. На этот, на Дегоба, по-моему, называется планета. Отправляется. И, собственно, Йода у нас тут на всех уровнях будет где-то появляться. Свинки тут вот такие вот странные, непонятные какие-то. Может, это даже не свинки, может, это эти. Не, может, они не настоящие, вязаные. Кстати говоря, на самом деле этот эпизод считается бонусным, и в версии для мобильных устройств там бесплатно можно поиграть только в первый уровень, за все остальные нужно заплатить деньги. Либо второй способ разблокировки — это пройти все другие уровни на 3 звезды, но это слишком сложно. Вот проще заплатить. Проще заплатить деньги. Там 60 рублей, по-моему, стоит. Но на ПК все бесплатно. И есть еще вот такой вот манекен Дарта Вейдера, который удерживает зеленым светом некоторые объекты в воздухе. Аналогично стандартному Дарту Вейдеру, который держит объекты в красном свете. Но этот манекен не является врагом, его не обязательно уничтожать, но мы это сделаем, так как объекты упадут с неба. В таком случае прямо на наших свин. В уничтоженном состоянии он выглядит вот так. Так, что у нас дальше? Еще манекен Дарта Вейдера здесь у нас. И давайте, упадите прямо на него. Сверху. О, хорош. На каждом уровне, по-моему, Йода этот появляется. И этот эпизод, так же, как и самый первый, без босса. В этом эпизоде нет босса. Финальный уровень там, ну, как и все предыдущие уровни обычные. Только разве что сложный. Здесь упавшие объекты только мешают, я бы сказал. Давайте попробуем сверху залететь туда. Извиняюсь. Короче, надо, наверное, как-то попасть, чтобы в стекло в это и в динамит. Не очень получается, наверное, может быть, еще как-то вот так попробовать надо. Нет. Нет. Еще дальше. И еще надо дальше. Да что ж, сколько можно уже, а? Во-во-во. О! Четко. Прям четко залетел. Бумс нафиг. Вот так вот. Отлично. Все, все сдохли. Как я уже говорил, да, Дарта Вейдера уничтожать не обязательно. Он не является врагом. Хотя я бы с удовольствием бы это сделал.
Но зачем тратить птицу зря? Так, а здесь надо отражать пули. Световые мечи, они всегда это направляют. На пули всегда направляются в свиней. И последнее. Сейчас направим. Что-то подглючило немного. Я уж боялся, не дай бог, вылетит. Так, фигня. Тоже можно отражать. В принципе. В принципе, можно направить ее вот так, и тогда она будет обстреливать тут те места, куда прицел у нее направлен. А давайте немножко по-другому сделаем. Вот эту разрушим фигню. Потом вот эту. И дальше эта фигня будет летать и расстреливать все это дело. А, блин, этот остался все-таки жив. Но ничего, сейчас мы его добьем. Вот так. Здесь 40 уровней, так же, как и на основных эпизодах предыдущих. А вот и бонусный уровень. Но он за звезды. Получен у нас. За 310 звезд. Следующий будет за 385 звезд, по-моему. Я только что видел, сколько там написано, и забыл только что. Точно, по-моему, 385 звезд. Или 380. По-моему, 385. Да, одного не достал. Наверное, динамит надо взрывать все-таки. Взорвем следующий динамит. А, не взорвался, жаль. Эх, в них не стреляет он. Блин, этот кусок говна это помешал. Отлично. Сейчас эта штука опять все расстреляет. И это будет офигенно. Эта штука уничтожена. И мы наконец... И наконец-то тишина наступила. Вот знаете, всегда такое приятное ощущение возникает, когда играешь в Angry Birds. Этот Star Wars. И какая-то штука стреляет. Ее уничтожаешь. И, блин, такое чувство тишины наступает. Как-то даже приятно чувствовать это все. И он сейчас упадет. Да даже не упадет, он взорвался раньше, чем упал. Так, посмотрим, что дальше. Ох, ё-моё, он тут все, блин, держит. Даже свинок самих он держит. Короче, здесь надо действовать вот так. Блин, нет, не так. Здесь надо вот эту штуку наклонить, чтобы она не мешалась.
а затем выстрелить вот так вот сюда. Произошла деактивация всего. Жаль только, что на две звезды. Так, и дальше у нас идет, к сожалению, космос. Космические уровни мне нравятся намного меньше. Если я не ошибаюсь, это уже следующая страница уровней. Камни-то как бы они держатся вот этим вот артенбейдером, но они, поскольку находятся в космосе, они не падают. Эх, не достал до него, жаль. Надо этот... камни эти туда запихнуть. Хотя камни можно и после нее это сделать. А, блин, она же не все разрушит. Блин, один только достала. Хорош, хорош, отлично. тысяч очков. 99 210, точнее. Так, что дальше у нас тут? Кстати говоря, вот эти свиньи, они упадут вот сюда, и, наверное, вот эти деревяшки сломаются. Возможно. Ну-ка. Не, блин, маловато. Давай-давай, в него прям. Эх, чуть-чуть мимо. Ну-ка еще раз, давайте чуть-чуть побольше скорость наберем. Давай, давай, прям в него, прям в него. Вот так-то. А, блин, нет, эти штучки не сломались. Я думал, а эти свиньи не просто так там висят. Ну ладно, тогда можно запульнуть и туда птичку. Как он не сдох, а? Эти свиньи, они немного прочнее обычных, кстати. Вот это я заметил. И даже в фандом Вики, по-моему, такое написано. Было. И вроде бы смотрел, я читал. Это. Вот так-то. Блин, вот теперь я не уверен, что достану за них. Ну, блин, я даже не долетит до них уже. А, нет, долетел. Хорошо, повезло.
Повезло, очень повезло. Давай, давай, следующий уровень. Здесь, мне кажется, то, что вот эти железки упадут, это только на вред нам будет, потому что иначе они и преграды для нас станут, эти железки. Мы их уже и так всех убили. И уровень завершен на этом. Так, что у нас здесь? На нафиг. На нафиг. Звезды, отлично. Так, а тут, наверное, надо как-то рассчитать падение камней. И я почти четко это сделал. Ну и все. Отлично. Какой это у нас уровень уже, кстати, 16-й? Ну еще половины даже пока нету. Так-то. И вновь 3 звезды. Падение не туда. Так. Заново. Может, люка туда лучше запустить? Отлично. Да, тут Йода, короче, просто действительно сидит на каждом уровне. А в Angry Birds Star Wars 2, который мы проходили ранее, можно было за него играть. Там вообще много такого можно было играть. Я так и не прошел, к сожалению, там главу «Управляй своей судьбой», хотя хотел. Но потому что взломанная версия что-то не хочет работать на Ноксе нормально, вылетает постоянно. А взломанная версия мне нужна для того, чтобы, собственно говоря, играть на этой главе, потому что там же надо расходовать персонажи, которые у тебя собраны. Ой, у меня их там не хватит, скорее всего, на то, чтобы всю главу пройти. Да и, кроме того, хочется показать там тех персонажей, за которые мы не играли. В основных эпизодах там. Так что тоже озадачивает это дело.
А здесь, короче, наоборот. Не нужно уничтожать этого. Потому что он... Да потому что из-за него тогда закрываются эти двери. Эх, жаль, не сдох. Попробуем еще раз. Эх, не хватило. Блин, одна штучка закрывается. Я еще и пробить ее не могу. Она скрывается, потому что уничтожились вот эти вот зеленые хрени, которые удерживают их. Да блин, опять она закрывается. Ешь налево, а. Это немного потруднее с этим уровнем. Да ё-моё, опять я не туда стрельнул. Этот мешает, и я не могу туда попасть им никак. Наконец-то, блин. Блин. Так, а тут какой-то лифт еще у нас. Но лифт этот нужен для того, чтобы уничтожить тех свиней, а до них по-другому не добраться. Наверное. Отлично, отлично. Какой уровень, кстати? 20-й. Половина уже ровно пройдена. Блин, я не вижу нифига, блин. Подайте вот сюда стрельнуть.
На нафиг. И все. Так, что у нас здесь? В динамиты бы было бы неплохо попасть, но это будет непросто. Типа тут везде железки стоят. 4 из которых еще и в воздухе висят. На, нафиг. А этот Дарт Вейдер замуровался сильно. Глубоко. О, хорош. Теперь надо четко рассчитать и попасть точно в динамит. В чем я не уверен. Да. Это не так просто. А, наверное, вот эти камушки, они как раз таки для того, чтобы... А, блин, жалко, не взорвался. Чтобы они наклонили эту фигню и динамит взорвали. Ну, сейчас не получилось. Надо попробовать еще раз. Но опять не так-то просто это. От камушка от этого толку не так много. Туда от птички больше толку будет. Блин, туда еще и не так просто долететь. Да что ж такое, как, что я долететь-то теперь туда не могу? Раньше же долетал без проблем. Но теперь еще и птичка не пробивает это. О, хорош. Камушек в этот раз помог. Теперь надо птичкой туда попасть. Хорош! Наконец-то. Смотреть, сколько звезд, ну да ладно. Хорош. И последнего. Вот так.
Так, теперь... С этим... А, господи, перепутал птичку, не ту... Нет, способность это была. Блин, туда долететь не так просто. Вот так надо. Да блин! Кусок говна помешал. Такое вот говно произошло сейчас. Отлично. Отлично. 3 звезды. Ого, вот тут уже необычный звезд. Все, что нужно сделать, это вот это. Ай, блин, промазал. Ладно. Мы всегда можем еще это сделать. Вот так-то. Пятый уровень. По-моему, после 30-го опять наземные уровни эти пойдут. Наземные уровни мне нравятся больше, чем... космические. Блин, мимо. Динамит лучше попасть, конечно. Хорош. И последнего вот этого вот осталось. Динамит, жаль, с ними не упал. Woo!
Не падает. Не хватает птиц немного, похоже. Может, с той стороны запульнуть? Да, вот это больше эффекта дало. Немного. Намного даже больше, я бы сказал. Все, отлично. Да блин. Может, оттуда попробовать? Это было неплохо, но, к сожалению, эффекта не дало. А вот это дало эффект. Хорош. Ох, ёшкин кот. Вот здесь надо добраться до этого. А, добраться оказалось очень легко. Хотя я помню, когда-то проходил уровень давно этот. Очень долго заморачивался здесь, не понимаю как. О, это плохой уровень. Это плохой уровень, да. Вот этот уровень я очень долго пытался пройти. Не знаю, получится ли в этот раз его нормально пройти. Хотя, может быть, если я попробую вот так. Один остался все-таки. Давайте попробуем. Может быть... А, он не долетит, еще этот курсор мешает. Бандикам внизу этот мешает, я не могу туда достать курсора. Блин, от не мешают эти камни в воздухе. Все решится, если добраться до вот этого вот Дарта Вейдера, но он замуровался очень глубоко. Еще в воздух так не получится за далеко долететь. Я вообще не попал ни по одному. Да блин.
такое, а? Да что ж такое, а? Может, вот сюда попробовать стрельнуть, чтобы она отрикошетила? Хотя я, по-моему, так пробовал уже. Или не пробовал. Нет, большой эффект не дает. Самый лучший способ — это добраться до сюда, но это очень тяжело. Туда птичка не долетает. И замуровали его так, что копаться для него будет очень долго придется. Но надо попробовать, я думаю. Есть! Есть! Отлично! Получилось. Действительно, самый наиболее нормальный способ — это добраться до сюда. Все-таки это получилось. Еще и на 3 звезды. Ура! Наконец-то вновь наземные уровни. Наземные уровни мне нравятся больше, чем космические. Их, они проходятся как-то легче. А там космос, там и гравитация, и все вот эти дела. Она так высоко не может подлететь. Ну и дальше легко. До этого добираться слишком тяжело, да и не надо. Блин. Ну, поскольку летит пуля, мимо начинает уже лететь. Мимо того, чего я хочу. Ну-ка. Может, вот так лучше? Хорош. Теперь надо долететь до туда как-то, умудриться. Хорош. Отлично. Эй, блин, надо вот так сделать. Эй, блин, меч туда не достает. Да вот этих, за железкой довольно непросто добраться. Вот до динамита попробовать все-таки долететь. Не, их слишком многовато.
динамит. А этот еще и выжил, ну офигеть. Блин. О, вот это неплохо. Блин, жалко. О, сейчас она расстреливать все будет. Давай, лети далеко. Еще лети, давай. Давай, лети, фигня. Хорош, хорош, отлично. И 3 звезды. Отлично. Ох, сколько там свинюшек, а? Катушки сейчас были, но мы до этих не достанем уже. Ну, не достать до них уже. Снова. Да что ж ты будешь делать, а? Во, вот это уже лучше. Намного. Три звезды. Какой уровень? 36-й. Уже осталось довольно немного, хотя мы уже 50 минут тратим. Нет, я хотел 2 сразу разрубить. Застрял, жаль. До динамита не добрался. Может, тут лучше пули направлять. Эх, надо тут рассчитано прям делать. Так, может, лучше вот так сделать,
чтобы она все тут порастреляла. Блин, давайте еще раз. Блин, этот висит. Отлично. Здесь надо до этого добраться, но это будет как-то, ну это сложно сильно. Не знаю, как добраться до этого. Бандикам опять этот внизу мешает. Если сейчас этот сдохнет, отлично, то тогда с остальным проблем уже таких больших не будет. И бумс. Наверное, вот таким образом надо было до этого добраться. Это было бы эффектно очень. Только может вот так. Если до того долетит, то будет отлично. Не долетела. Жаль. Отлично. Долгий выпуск. Я же говорил, долгий выпуск будет. Так, а вот и финальный уровень. Здесь нужно отражать пули и вот эти штучки, наверное, пускать. Блин, жаль, не получилось.
Блин, не в, ну не в те стороны пули эти полетели. Не туда, куда я хочу. Совсем не туда, куда я хочу. Этот уровень тоже много времени у меня занял, когда я его проходил первые разы. И вот эти штучки направить туда. Будет непросто, я до них не долечу. Не, до них не долетаешь. Хорош, остался всего один. Блин, я так и знал, а, что так будет. Ну, в любом случае, если бы я бы отразил, оно бы в него именно плетло. Оно всегда в свинили. О, нифига, вот это хороший был удар. Вот это был очень хороший удар. Но, к сожалению, мы все равно не выиграли. О, с пулей. Не дало большого эффекта. Один камушек. Вот до динамита бы долетел, и было бы классно. Этот уровень довольно-таки сложный. Пули отражать бы еще через с помощью железок этих. Во, неплохо. Вот когда в динамит попадает, тогда очень хорошо становится. Блин, такой хороший удар, я помню, был, но вот... И вот не попал по одному свину, который оставался там. Я чуть-чуть до динамита не долетел. Во, хорош. Все, мы прошли этот эпизод. Финальный уровень пройден. И, в общем-то говоря, собственно говоря, следующий эпизод. У нас осталось два эпизода. Mono Fender и Death Star 2. И у них, по-моему, по 30 эпизодов.
Так что мы пройдем их быстрее. Я думаю, это будет скоро. На сегодня все. С вас Игус. О, кстати, давайте новые картинки посмотрим. Во-первых, вот это и вот это. Еще будет люк со световым мечом, с зеленым, после того, как мы откроем какой-нибудь из уровней, где он есть. Это будет в следующей серии, а пока на сегодня все. С вас Игус, подписывайтесь на меня, эпичный видос, подписывайтесь на мой стримский канал, ссылка вконтакте, и всем пока.